Сейчас мы в буквальном смысле являемся частью Вселенной. Стоим в букве О в слове «космос». Вся Иволга собралась на одной площадке. Это самое массовое событие за всю историю форума. Флешмоб вселенского масштаба охватил Иволгу в День спорта и здоровья. Участники форума выстроились в слова «Иволга-космос», который сфотографировал пролетающий мимо спутник «Ресурс П». В каждой букве более сотни человек. В ожидании космического фото, танца и веселья. Ощущение вообще невероятное для меня, это впервые. Я вообще не знаю, что получится, очень много народа. Это круто, на самом деле. Потом, надеюсь, я получу эту фотографию. Надо занять какое-нибудь место, чтобы потом ты себя отметил. Круто. Круто вообще, увидят нас с космоса. Флешмоб символичный. Спутник, запечатлевший ребят, был запущен одновременно с Иволгой в июне 2013 года. Да и слова, которые теперь красуются на космическом снимке, не случайны. Иволга – это форум, на котором есть аэрокосмическая тематика. Ну и, конечно же, Иволга – форум, который он космический, в плане того, что он суперский, классный, интересный и привлекает к себе очень много талантливых, интересных ребят. В День спорта участники молодежного форума с головой окунулись в здоровый образ жизни. Специально для ребят бесплатная диагностика. Проверить объем легких, определить количество жировой массы в организме и даже пройти тест на ВИЧ-инфекцию. Тест-система по слюне, неинвазивная, очень проста в проведении. У нас 100 человек прошло, очередь стояла, вот только закончилась. Проверив здоровье, ребята отправились на спортивные соревнования. Взобраться на скалодром, одолеть соперников в армрестлинге, научиться ходить на джамперах. Участница смены «Ты предприниматель» Анастасии Рогожиной железные ходули все же покорились. Это очень здорово, очень-очень, просто непередаваемое ощущение, потому что я всегда хотела попрыгать на джамперах. Для самых сильных и ловких – волейбол, кроссфит, надувная полоса препятствий, метание ножей. Также участники форума смогли сдать нормативы ГТО. Лучше всех готовыми к труду и обороне оказались ребята из Самарской области. Алина Чемерис, Максим Гусев, «События».